Всем привет! Меня зовут Антон Шастун, это «Черное-белое» — шоу, в котором люди будут нервничать. Это всего лишь игра. Это всего лишь игра. Обманывать. Доверься, пожалуйста, мне. Кричать. Это пушка, ребята! И психовать. 100 рублей! Не участвую в игре. И все это из-за денег. В нашем шоу участвуют обычные люди, которые не знакомы друг с другом. Они видят друг друга первый и последний раз. Давайте с ними познакомимся. Привет всем, меня зовут Кристина, мне 22 года, я студентка Московского городского университета. Свои деньги я потрачу на Антона Шастуна. Я знал. Всем привет, меня зовут Юля, я журналист и изначально планировала закрыть кредит, но, скорее всего, поеду серфить. Привет-привет, ребят! Меня зовут Лида. Я менеджер по персоналу. Деньги я свои потрачу. Привет, меня зовут Ксюша. Я менеджер архитектурных проектов. И я потрачу все свои деньги на своих белых пушистиков собак. Смотрите, цель вашей игры очень простая. Собрать максимально возможный банк и уйти отсюда с деньгами. Самое главное в процессе не забывайте, что это просто игра. Так, ну что, девчонки, первый раунд. Правила очень простые. Перед вами лежит 15 карточек. На каждой из этих карточек написана определенная сумма, денежная сумма. Эта сумма может быть от 100 рублей до 100 тысяч рублей. Сейчас каждый из вас вытащит себе по 2 карточки. Вы посмотрите, какие суммы попались вам. После этого вы всем игрокам за столом сообщите, какие же там суммы. Вы можете сказать правду, вы можете соврать. Самое главное, чтобы в конце этого раунда, после голосования, вы остались за столом. В ваших интересах, естественно, оставить за столом как можно больше денег, потому что человек, который уйдет, он уйдет вместе со своими карточками. Мы провели жеребьевку, сделали это за кадром, и Кристина у нас игрок номер один. Соответственно, начиная от Кристины, Юлия игрок номер два, Лида игрок номер три и Ксюша игрок номер четыре. Давайте начнем тянуть. Ну что, у каждой из вас по 2 карточки, остальные карточки я аккуратненько сложу и оставлю вот здесь. Так, ну что, Кристин, начнем с тебя. Хорошо. Прямо сейчас ты можешь посмотреть, какие суммы скрываются за твоими карточками. Но я их не называю, да, пока? Да, пока не называешь, пока только посмотри. Лям, точно. Очень хорошо, Кристин. И теперь ты должна всем нам сообщить. Какие суммы скрываются за карточками? Итак, за этой карточкой у тебя... 39 тысяч рублей. 39? Вы серьезно? 39 тысяч рублей. А вот за этой карточкой? Ну, можно, пожалуйста. Можно, все можно. 33 тысячи рублей. 33 тысячи и 39 тысяч. Отлично. Юля, ты можешь посмотреть свои карточки. Так, не смотри. Не смотри, никуда отглядывай. Можно я буду смотреть тебе в глаза, пожалуйста? Так, отлично, Юль, какая сумма скрывается вот за этой карточкой? Так, здесь 45 тысяч рублей. 45 тысяч рублей. Да, здесь 37 тысяч рублей. 45 и 37 тысяч рублей. У меня стопово рубль. Неплохо, это очень хорошо, если это правда. На черт, надеюсь, хватит. Лида. Я не смотрю. Ух ты, блин. Итак, Лида, какая сумма скрывается вот за этой карточкой? Тут 20 тысяч рублей. 20 тысяч рублей. А тут 18 тысяч рублей. 18 тысяч рублей. Угу. Очень хорошо. Ксюш, осталось только ты. Не так страшно. Угу. Очень хорошо. За этой карточкой у тебя? 100 рублей? Да, 100 рублей. Маршруточка. Маршруточка, очень хорошо, да. А здесь 56. 56 тысяч рублей. Ну, то есть уравновесить зло добром, да, повезло. Супер. Ну что, вы все услышали, кто что сказал, какие суммы у вас скрываются. Сейчас ваша задача выяснить, у кого за карточками действительно большие суммы, а кто, может быть, чуть-чуть приукрасил или врет. Чуть-чуть. Прошу вас, и главное, помните, это просто игра. Я посмотрела первый выпуск. О, отлично. И хочу сказать, что человек, у которого маленькая сумма, нет, точнее большая сумма, а он говорит маленькую, вряд ли он говорит правду. Вряд ли он умный. Вряд ли он умный, да.
Ну, соответственно, я считаю, что... Сложные логические цепочки. Да, сотка нам не нужна, девчонки. Я сейчас кредитинг, конечно, конечно. 100 рублей. Ну да, но вряд ли у нее большая сумма, и она говорит, что у нее 100 рублей. Ну, нет, там правда 100 и 56. 56 просто... тысяч, соответственно, 100 рублей. Ну да. Но... Нет, она могла сказать другую. Но я считаю, другую. Что 100 рублей нужно все-таки... Сотка не очень, да. Мне тоже не нравится сотка, ребят. Нужно убирать сотку срочно. Это мне теперь нравится, Ксюш, прости. Если только кто-то не врет, у кого-то там не соточка. Я-то просто не вру, ну то есть 100 и 56. Вот в том дело, что нам нужно 100 рублей убрать с тобой, к сожалению. Юль, я правильно понимаю? 56 уйдут так же, но это будет очень обидно. И это только учитывая то, что никто из остальных не врет. Кристин, как ты думаешь, кто врет? Я всегда правду говорю. Кто врет? Никто или не все говорят? Нет, правду. Да. Потому правда, что типа первый правда, раунд, да? Правда, правда. Так, давайте тогда еще раз посчитаем. Ну, в любом случае, Ксюша, ты могла сказать 2000, 3000. Зачем врать? Ну, если никто не врет, если никто не врет, то самое логичное это посчитать, у кого наименьшая сумма, и того и выгнать. Какая логика? Нет, нет, Антон, ты слышишь? Во-первых, не факт, что кто-то не врет. Абсолютно. Потому что не называют факт, две суммы примерно идентичные. Поэтому если у кого-то 100 или 1000, 1100 это также считается маленькой суммой. Согласна. Поэтому если вы выкинете меня, то вы выкинете одну из очень хороших карточек, по крайней мере, озвученная здесь. Она самая большая получается. И одну из самых 56 тысяч рублей. Плохих карточек. Ну, то есть вы лишитесь минимума и максимума. Это да. Странно. То есть 50 на 50, понимаешь? Лиля, что ты думаешь? Я, значит, говорю так. Давай. Теоретически, в карточках, которые еще будут, есть суммы побольше. Да. Побольше. Если мы выкидываем карточку 100 рублей, она нам не подходит, все будет у нас хорошо. Не факт, что карточки не повторяются. Кристин, ты настаиваешь на том, что ты будешь голосовать против Ксюши? Нет. Или ты... Нет? Обожаю девочек такие. Нет. Знаешь что? Да, да, так, да. Зачем мы устроили есть женскую такое... передачу? Зачем? Женщина, это прекрасно. Так, ну ладно, тогда я буду спрашивать так. Кристин, ты готова начать голосовать? Да. Юль, ты готова начать голосовать? Лида, ты я готова могу. Начать голосовать? Готова начать голосовать? Мы готовы переходить к голосованию. Ну что, голосование, девочки, перед каждой из вас три карточки. Вы можете их взять, можете на них посмотреть. На этих карточках написаны имена. Соответственно, вам нужно выбрать имя человека, против которого вы голосуете, и положить карточку на центр стола рубашкой вверх. Ну что, начнем? Конечно. Начнем. И первый голос идет против. Ксюша. Какая неожиданность, боже мой, кто-нибудь думал об этом вообще, нет? Второй голос идет против. Антон. Ксюша. Так, 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 так. Кровь. Третий голос идет против. Любимый сатанишечка. Лиды. Я знаю, кто голосовал. Это было несложно. И четвертый голос идет против... Кристины. Ксюши. Хорошо, ребят. Ксюша, три голоса против тебя, один голос против Лиды. Это означает, три, что... Это больше одного. Три больше одного. К сожалению, ты покидаешь нашу игру. Но перед тем, как ты уйдешь, мы, конечно, хотим знать, какие суммы скрывались за твоими карточками. Итак, ты говорила, что под этой карточкой у тебя 100 рублей. Под этой карточкой у тебя действительно 100 рублей. А под этой карточкой у тебя 56 тысяч рублей. И здесь 56 тысяч рублей. Эти карточки уходят из игры. Из вашей игры уходит 56 тысяч 100 рублей. Эти карточки большие не участвуют 100. В игре. Жаль, конечно, нет. Ксюш, ты можешь напоследок сказать что-нибудь? Последнее слово какое-то, что угодно. Надеюсь, что в конце останется две девочки, они решат все мирным путем и поделят все, да. Между всеми. Ксюша, спасибо тебе большое, мы тебе аплодируем. Спасибо, спасибо, это было хорошо. Ну что, Ксюша нас покинула, но перед тем, как мы перейдем ко второму раунду, мы должны узнать, какие же суммы действительно скрываются за вашими карточками. Начнем с Кристины. Кристин, ты говорила, что у тебя какие суммы за карточками?
39 и 33 тысячи рублей. Итак, какая сумма скрывается за этой карточкой? 39 тысяч рублей. А за второй карточкой? А вот это? 33 тысячи рублей. Все, как ты и говорил. Юль, ты говорила, что у тебя 45 тысяч рублей и... 37, по-моему. И 37. Да. По-моему, 37. За 45. Этой карточкой 45 тысяч рублей. Ой, 27, черт. Ну я просто забыла. И 27 тысяч рублей. Это я не собрала, это Лида, ты говорила, что за твоими карточками 20 тысяч рублей и 18 тысяч рублей. Что за этой карточкой? 18 тысяч рублей. 18 тысяч рублей. И 2 тысячи. И 2 тысячи рублей. Итак, у нас в банке 164 тысячи рублей, и мы готовы переходить ко второму раунду. Так, ну что, мы переходим к нашему второму раунду. Перед тем, как мы к нему непосредственно перейдем, мы добавим к этим шести карточкам суммы, за которыми вы знаете, это суммы, которые остались в игре, они были у вас, добавим три новые карточки из карточек, которые не были разыграны. Вы сделаете это сами. Все, эти четыре карточки не разыграны, они все так же остаются здесь. Ну что, второй раунд. Перед вами 9 карточек. 6 из них вы знаете, 3 из них новые, которые мы добавили из карточек, которые не были разыграны. Сейчас каждый из вас возьмет себе по 3 карточки. Но, в отличие от первого раунда, одна из этих карточек будет открыта. То есть ее будут видеть все игроки за столом. После этого вы посмотрите суммы за двумя оставшимися, также всем сообщите. И после обсуждения вам нужно будет выбрать, кого вы выгоняете. Ну что, карточки у вас, Кристин, и перед тем, как ты посмотришь на свои карточки, я прошу тебя центральную карточку перевернуть, ее будут видеть все. За центральной карточкой 2000 рублей. Сейчас ты можешь посмотреть на две другие карточки. Я все. Итак, какая сумма скрывается вот за этой карточкой? 59 тысяч рублей. А за этой карточкой скрывается? Я снова забыла эту цифру. Посмотри. 45, по-моему. 45 тысяч рублей. Это же моя. 59 тысяч рублей и 45 тысяч рублей. Да. Юль, открывай центральную карточку. Открываю. 27 тысяч рублей. И теперь можешь посмотреть две оставшиеся. Не подглядывать. Угу. Итак, за этой карточкой у тебя... 18 тысяч рублей. 18 тысяч рублей, а за этой... 45. 45. 18 тысяч рублей и 45 тысяч рублей. Лида, центральную, открывай. Я как школьница волнуюсь у доски. 12 тысяч рублей. И можешь посмотреть две оставшиеся. Да? Можешь, конечно, можешь. Ух, симпатично, конечно. Короче, 33. 33 тысячи рублей. И 5 тысяч. И 5 тысяч рублей. Ну что, вы услышали, что сказали другие игроки за столом. Вы видите карточки, которые открыты. Ваша задача сейчас решить, кого вы выгоняете. Напомню, что в ваших интересах оставить в игре наибольшие суммы денег. И помните, это просто игра. Так, ну руководствуясь моей логикой, да, мы понимаем, кого нужно выгнать. Мне не нравится, что они, что они сидят напротив меня вдвоем и смотрят на меня не очень красиво. Я смотрю на тебя с любовью, но есть огромное но. Больше я тебе не доверяю. Значит, она мне говорит, человек, который забыла. Я забыла сумму. Но она как бы не... Я забыла нолик. Ну, типа, такое бывает. Так, давайте так, Юль, да. Ты сказала, что руководствуюсь логикой. Да. Ты правильно, что ты хочешь голосовать против Кристины? Ну, не то, чтобы я хочу. Не, ну, как бы это логика. Это как бы меня подбивает моя логика к этому. Потому что у нее самая маленькая сумма. Ну, потому что 2000 я на серфе далеко не уеду. Но нолик я не забывала, в отличие. 10 тысяч я тоже не забывала. Ну, вот нолики, я считаю, что просто вот за это очень обидно. Как ты быстро, глянь, переобулась, у нее 2000. Нет, 2000 мне, да, они меня скупили. Не подходит нам 2000. Мы с тобой. 59 и 45 тысяч. 59 тысяч. Да. Смотри. Юль, доверься, пожалуйста, мне.
Нолик, может быть, ты и в этот раз забыла? Слушай, ты давишь, короче, в одну вот эту больную точку. Не подходит мне вот. Мне очень нужны эти деньги. Поверь мне. Ребята, у меня кредит. Блин, я не знаю, кто врет, я просто... Меня смущает 2000. Ты мне скажи, пожалуйста, смысл мне врать сейчас? Ну, чтобы я тебя ты оставила? Видела, как она карточки смотрела? Видела? Нет, я просто так сижу, я специально как бы, чтобы... Это было в первый раз! А сейчас максимально серьезно было. Да, потому что я волновалась. С каждым уровнем уровень серьезности. Лид, против кого будешь голосовать, знаешь уже? Ну, мне надо говорить сейчас. Да нет, ну ты ведь знаешь, против кого. В принципе, ты определилась, короче, да? Возможно. Я тебя помню. Кристина. Я определилась, против конечно. Против кого будешь голосовать? Да, да. Да? Ты можешь не переживать, Юль. Не, вот это вот уже звучит... Ты можешь не переживать. Настораживает меня, кстати. Ты можешь не переживать. Я переживаю. Когда тебе говорят таким томным голосом, ты можешь не переживать. Не думай. На самом деле я не хочу переубеждать. Но 59 тысяч и 45. 59 и 45. Помогите мне. Игра зашла в тупик. Как я пойму, что у тебя 59? Я открою карточку. И после этого мы с тобой сможем сыграть. Меня смущает то, что научилась в актерском. Это чрезмерная искренность. Нет, ну, слишком искренне. А как мне нужно говорить, у меня 59? Я клянусь. Самая большая карточка в нашей игре 100 тысяч рублей, но она еще нет, здесь. Да. Я так здесь волнуюсь, потому что она там грустит без нас. Юля, она грустит. Блин, точно. Да все ведь ясно решили, блин, когда вот только началось обсуждение, мы уже все решили. Давайте просто, ну, сейчас проголосуем и все. Хорошо, то есть вы готовы переходить к голосованию, типа будь что будет, да? Ну да. Да? Мы готовы переходить к голосованию. О, да. Ну что, голосование по той же схеме, карточки перед вами, на карточках имена. Выбирайте имя человека, против которого голосуете, кладите на центр стола, рубашкой вверх. Ну что, голосование. И первый голос идет против. Нет, ну нет. Лиды. Ну понятно, что, понятно, ясно. Второй голос идет против. Ну нет, нет, нет. Кристины. Я не удивлена. Нисколечко. И третий голос идет против. Это всего лишь игра. Это всего лишь игра. Кристины. Кристина, два голоса против тебя, один против Лиды. Это значит, что ты, к сожалению, покидаешь нашу игру. Но перед тем, как ты уйдешь, нам, конечно, очень интересно увидеть суммы, которые скрывались за твоими карточками. Итак, ты говорила, что за эту карточку у тебя 59 тысяч рублей. Давай посмотрим. Там 39 тысяч рублей. А сказала сколько? 59. А за этой карточкой ты говорила, что у тебя... 45 тысяч рублей. 45 тысяч рублей, как ты и говорила. Типа не наврала. Эти три карточки уходят из игры. 86 тысяч рублей уходят из вашей игры. Эти карточки не участвуют в игре. Кристин, перед тем, как ты уйдешь, ты можешь что-то сказать нам всем? Или Лидии, Сьюри? Я буду скучать по тебе. Кристин, спасибо тебе большое. Спасибо, мы тебя аплодируем. Ну что, Лида и Юля, вы остались вдвоем. Перед тем, как мы перейдем к третьему раунду, мы должны увидеть, какие суммы остались в игре, какие суммы скрывались за вашими карточками. Юль, ты говорила, что за этой карточкой у тебя... Сколько ты говорила? Я не помню. Ну, понятно. В памяти проблемы. Нет, я просто не помню. Да все ясно. Ну, давай посмотрим. Конечно. А, 18. 18 тысяч рублей. Что скрывается за второй карточкой? 45 тысяч рублей. Тысяча рублей. Вот это она дает, конечно. Боже. Лида. Это искусственное вот это вот. Что? Зато 27. Как бы сразу. Вот это супер-пупер, да? Штука и 27 у меня, ну ладно. Лида, ты говорила, что за эту карточку у тебя 33 тысячи рублей. У меня 33 тысячи рублей. 33 тысячи рублей, ребята. Это радует, да. А за той карточкой 5 тысяч рублей. Да, абсолютно верно. Ровно 5 тысяч рублей. 500 рублей.
Так. Ну что ж, итак, у нас в банке 91 500 рублей, и мы готовы переходить к нашему третьему раунду. Ну что, перед тем, как мы начнем третий раунд, мы добавим к этим шести карточкам, здесь шесть карточек, которые вы помните, знаете, какие там суммы, мы к ним добавим еще две карточки. Это сделаете вы из карточек, которые не были разыграны. Напоминаю вам, что среди этих карточек есть 100 тысяч рублей. Она еще в игре не была. Итак, Юль, просто покажи, какую мы добавим в игру. Эти две карточки не разыграны, они и не разыграются. Все, эти карточки остаются вот здесь навсегда. Итак, 8 штук. Ну что, 8 карточек перед вами. 6 карточек, вы знаете, какие суммы за ними скрываются, вы прекрасно знаете. 2 мы добавили новые, какие там суммы, не знает никто. А правила третьего раунда очень простые. Именно в этом раунде вы сформируете банк, за который поборетесь в самом конце. Вы будете по очереди тянуть по 2 карточки. Первая карточка, которую вы тянете, отправляется в сброс, она выходит из игры. Вторая карточка отправляется в банк. Тем самым в банке у нас здесь будет 4 карточки. Это и есть та сумма, за которую вы поборетесь в финальном раунде. Все понятно? Да, девочки, отлично. И начинаем с тебя. Выбери карточку, так, я фартовая, которая отправляется в сброс. 500 тысяч. В сброс отправляется. $12 000. Пока 12. Ну, обидно, да, но не так. Ну, не так, как 500 как... тысяч, конечно, совсем не обидно. Юль, выбери карточку, которая идет в банк. Так. Давай. Я готова. Итак, в банк отправляется 500 рублей. Вау! Это Меркурий. Девочка, что? Это Меркурий. Лида, выбери карточку, которая отправляется в сброс. Так, Лида. Вот это уходит. Так. Итак, из вашей игры 1000 рублей уходит 27 000 рублей. То есть 12 как бы было уже обидно, да? Ну 500 в банк, это симпатично, конечно. 27 тысяч рублей вышли из игры. Какая карточка отправляется в банк? Ладошка удачи тебе. Давай. Вот эту карточку. Вот это. В банк отправляется. Давай. 25 тысяч рублей. 25 нормально. Это не 500. Итого у нас в банке 25 тысяч 500 рублей. Нормально. Продолжаем этот аттракцион удачи. Сейчас не страшно. Юля, какая карточка идет в сброс? Ну все, ладно. Положимся на мою интуицию. Итак, в сброс отправляется. Ненавижу эти моменты, блин. 18 тысяч рублей. Эта карточка уходит из игры. Непонятно, хорошо. Юль, карточка, которая идет в банк. Ну, не тысяча, не тысяча, не тысяча. В банк отправляется. Это всего лишь игра. 100 тысяч рублей. Это пушка, ребята! Yes! Ёб твою мать! Спасибо, Меркурий. Лида, выбери карточку, которая идет в сброс. Ну теперь ведь еще равно. Ну нет, представь. Никакого напряжения за столом. Стой, представь, там какая у нас сумочка. 1000 рублей. Здесь 1000 рублей. Выкини 1000, я тебя молю. Ой, Юля, больше денег надо. Это азарт. Это карточка идет в сброс. Это азарт. Итак, в сброс. Сброс отправляется. Ой-ой. 33 тысячи рублей. Черт. 33 тысячи ушли. Ну, да, и в ваш банк отправляется... Что там? Ой, что? 1000 рублей. Не может быть. Никто не знал. 1000 рублей. Ну, ладно. Ну что, ваш банк на данный момент составляет 126 500 рублей. Молодцы. Это тот банк, за который вы поборетесь в финальном раунде. Перед тем, как мы перейдем к нашему финальному раунду, я покажу вам две карточки, которые не были разыграны, они уже и не разыграются никак. Соответственно, 8 тысяч рублей
Эта карточка уходит. Ну, типа не сотка, и ладно. Вы на нее не сыграете. А также с вами не сыграет 15 тысяч рублей. Такое. Эта карточка тоже уходит, и ее никто не вытащил. Ну что, в банке 126 500 рублей. И мы готовы переходить к финальному раунду. Перед вами 126 500 рублей. Мы их разделили пополам. Вот. Правила финального раунда. Правила очень простые. Я каждый из вас даю по две карточки. На одной из этих карточек написано «Мое». На другой карточке написано «Наше». Сейчас, после короткого обсуждения, вы должны о чем-то поговорить, как-то договориться. И по моей команде, на счет три, вы должны показать друг другу одну из этих карточек. Если на обеих карточках будет «Наше», то вы поделите 126 500 рублей пополам. Каждый из вас заберет 63 250 рублей. Если на одной из карточек будет «Мое», а на другой карточке будет «Наше», то всю сумму заберет тот человек, на чьей карточке было «Мое». И если вы обе покажете «Мое», то эту сумму не заберет никто. Вам явно нужно о чем-то поговорить. И помните, это просто игра. Такое напряжение. Ну, уже не просто. Ну, давай, ты обычно раунд начинается с твоих слов. Я считаю. Так. Что лучше дружба. Ну, серьезно, потому что так мы хоть с чем-то уйдем. Вместе. Твои слова. У нас 1-1. Так. Просто вернемся к тем раундам. Давай. Было все по-честному. В принципе, мы с тобой шли как бы... Маленькие врушки. Маленькие, да? Врушки, но не совсем, да? Ну, мы не врушки, мы просто забывали. Вот. Вот. Но главное теперь в финальном раунде оставаться предельно честными. Да. Правильно? Ну, давай договоримся. Давай. Ну, по-честному. По-честному. Не, по-честному. Вот чтобы не было вот так, ты мое, я мое, и такие две лохухи сидят, такие... Не-не-не, подожди, мы сейчас наши, да? Ну, да. То есть достаем наши? Да. Чтобы быть в плюсе. Не смотри так вокруг. Нет, смотри все, мне все, в глаза. Все, четко. Четко, нет, ты все. Мне сейчас в глаза. Я тебе в глаза. Говоришь. Говорю. О том, что... Мы сейчас достаем наши. Так. И уходим с деньгами. Ты такая молодец. Вот, видишь? Вот что я ценю в людях. Правда. А ты? И я покажу наше. Ты покажешь наше. Ты мне веришь? Если, ну, как будто бы да. Зачем прищурилась? Зачем прищурилась? А что ты если веришь мне, зачем ты прищурилась? Ты мне вопросы задаешь, я пытаюсь как-то держать себя в руках. Ну, типа, а ты мне веришь? Да. Главное, чтобы ты мне сейчас не соврала. Нет, не совру. В этом финальном раунде мы с тобой выбираем наше. Антон, мы готовы. Вы определились? Вы готовы? Естественно. Ну что, девочки, перед тем, как вы что-то сделаете, выберите карточку, которую вы хотите показать. Другую карточку, которую вы не хотите показывать. А, я думала, она поменяла свое решение. Испугалась. Можете подвинуть ко мне карточку, которую вы которую не будете, нет. будете показывать. Да. Да. Да? Вы будете показывать эти карточки. Отлично. Прямо сейчас. На счет три. Вы должны показать друг другу карточки. Раз, два, три. Наша, наша. Лида и Юля выигрывают по 63 250 рублей. Это ваши деньги. Поздравляю вас. Девочки, вы чистый кайф. Друзья, это было шоу «Черное и белое». Пишите в комментариях, кто из игроков за столом вам понравился больше всего и кого бы вы хотели увидеть за этим столом еще раз. Мы увидим, за кого написали больше всего комментов, этого человека пригласим еще раз. А самое главное, не забывайте лайкать, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. А если вы хотите поучаствовать сами, всю инфу вы найдете в описании. Спасибо, пока! Мои поздравления! Спасибо! 63 250 рублей! Суббота, Юля! 250!